животное в лесу, в неком подобии. За время моей сусты появился скворечник, правда, низко. Вряд ли кто-нибудь в таком скворечнике будет жить на такой высоте. Место интересно тем, что здесь мною давно обнаружен турник. Применительно к турнику можно сказать следующее. Чем больше вы будете фотографировать, тем больше опыта вы будете набираться, а соответственно будете лучше сфотографировать. То же самое тренировка мышц. Если вы не висите на турнике, то мышцы приходят совершенно в дряблое состояние. Так и видение человека. Еще один интересный аспект хотел рассмотреть. Хранение техники и перенос ее. Я пришел здесь вот с таким рюкзачком, подаренным. Спина вот, не знаю, видно, не видно. Несмотря на то, что материал специально сделан. Омни, все дела. Для спортсменов. Как бы. Я весь мокрый. Почему? Потому что рюкзак не продувается. Есть, конечно, материалы, которые пишут, что они продуваемые. Ну, не знаю. Вы должны сами все это увидеть. Вот кордура, например. Кордура хоть и плотный материал, практически вечный. Это нейлоновые нити. Но он не продувается. А если рюкзак еще имеет герметичную какую-то конструкцию, ну все. К чему я это все говорю? Вот здесь на сучке, который показывает нам, во что превращается наш лес после строительства таких вот магистралей, висит сумка, которую создал Джим Домки в Америке. Интересный аспект его задумки в том, что это парусина, хлопок особого плетения, он дышит, поэтому у него есть рюкзаки, сумки, подсумки всякие разные. Интерес в том, что если вы доставите камеру, которая была из большой температуры в холодную, она не потеет, она постоянно продувается, поэтому температура меняется плавно. Материал дышит. Плюс с такой сумкой одно удовольствие ходить. Я ее использую в таком модифицированном варианте, или еще пристегнутый ремень. Если куда-то двигаетесь высоко или спускаетесь, можете пристегнуть снизу. Ну, всегда можно выбрать что-то похожее, но во всяком случае это мой вариант, потому что я перепробовал массу производителей. Пока вот лучшее, что есть. Также использую рюкзак от Домки и еще маленькую компактную сумку из кордуры, незаметно. Ну, дизайн здесь украл у бомжа, поэтому для воров такие сумки, они не примечательны, особенно если темного цвета. Люди, которые вешают там на себя с наклейками производителей, Canon, Leica, ну, это, в принципе, помощники воров, можно сказать. Ну и плюс, вряд ли такие сумки будут конкурировать с специализированными изделиями, которые вот в данном случае Домки. Что у меня внутри там? Внутри здесь два отсека. Ну, цифровая камера Sigma с фавионом. Матрица от слова Fuvionics, грубо говоря, компания военная, которая делала, разрабатывала датчик, который воспринимает в каждой точке пространства все цвета. Соответственно, нет байеровской интерполяции. Ну, надо попробовать, чтобы понять, что это такое. И во втором отсеке у меня ролей, который я взял с собой. Мы сейчас попробуем снимать. Ну и потом посмотрим, что получится.